Сегодня во Дворце независимости обсуждали взаимодействие с Международным валютным фондом. Александр Лукашенко встретился с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом. Отношения нашей страны с этой влиятельной финансовой организацией эксперты характеризуют как продуктивные. Беларусь заинтересована в сотрудничестве с МВФ при условии соблюдения наших национальных интересов. Я хочу просто сказать, что я не переговоры вести вас пригласил, потому что знаю, вы активно сотрудничаете с нашими специалистами по проблемам отношения с Международным валютным фондом. У меня есть пару вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами. И для меня, для страны они очень важны. Я полагаю, что те вопросы, по которым мы будем вести разговор, они и в информационном плане полезны для вас. Ну и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается здесь, в Беларуси. Консультации с МВФ наша страна проводит регулярно. Так, в сентябре 2015-го Александр Лукашенко встречался в Нью-Йорке с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Тогда стороны обсудили экономику Беларуси и перспективы новой совместной программы, поддерживаемой ресурсами МВФ. По данным Минфина Беларуси, наш бюджет на этот год соответствует ожиданиям Международного валютного фонда. Беларусь стала членом МВФ в 1992 году. За 25 лет сотрудничества к финансовым ресурсам этой организации страна обращалась трижды. Беларусь получила 217 миллионов долларов по линии фонда системных трансформаций, почти 80 миллионов по механизму стендбай и самый крупный кредит – это соглашение стендбай в размере около 3,5 миллиардов долларов. Свои обязательства Беларусь при этом выполняла всегда исправно и в срок.